У нас в семье живет котик, мальчик, и он развязан. Иногда к нему приходят его подружки, жены, любовницы. И у нас мы столкнулись с такой проблемой, что наш кот начал метить территорию. И не сколько территорию, сколько нашу обувь и иногда ссать в комнате. Вот он, кстати, пришел. Вот это наш котик, который метит. Мы попробовали, купили польское средство, которое, как тут написано, утрымливая котов и собак сдалека. То есть отгоняет как собак, так и котов от мест, в которые они хотят или привыкли метить территорию. И в эту баночку я залила обычный 9% спиртовой уксус пищевой. И в принципе, когда он, наш кот любит метить это все дело ночью или ранним утром, я просто опрыскиваю те места, в которые он хотел бы нассать. Это, например, обувь или куда он ходил до этого. Я опрыскиваю обувь уксусом. Ничего с ней, в принципе, не случается. Еще ни одна обувь не попортилась, как ни кожаная, так и кожа. В принципе, все с ней нормально. Даже убивает другие запахи, которые могут быть от этого. И вот буквально, может, брызгала раз я 10, когда кот в брачный свой период все время искал, где бы ему нассать. Мы с этой проблемой справились. Ссать он там перестал. Запах уксуса очень резкий для него. Кот его не любит. И все, мы справились с проблемой. Я думаю, и вам поможет. Просто возьмите какой-нибудь распылитель. Вот такой вот небольшой. Пусть он постоянно стоит возле того места, где ваш котик ходит. И вы периодически просто опрыскиваете место. Кот придет туда, понюхает, ему не понравится, и, конечно же, он там дела свои делать не будет. Вот.